Роструд опубликовал календарь майских выходных. Они начнутся уже 30 апреля, в субботу. И отдыхать россияне будут 4 дня подряд, до 3 мая. Праздничный день, 1 мая, приходится на воскресенье, поэтому нерабочим будет и понедельник, 2 мая. Во вторник тоже отдыхаем, поскольку на этот день перенесся выходной со 2 января 2016 года, приходившийся на субботу. 4, 5 и 6 мая – обычные рабочие дни. В связи с празднованием Дня Победы в этом году у россиян будет 3 выходных дня подряд – с 7 по 9 мая. С 10 мая в 2016 году начинается короткая 4-дневная рабочая неделя. И дальше до конца мая переносов выходных праздничных дней не будет.